Одна церковь, интересно. А то что, две церкви? Да. Ёгалама-кала она! Так дернулся? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Стимку, Якова, сами скромный Kingdom Fire, Dark Dragon, Редиска, Робби, Мув, пацаны, поздравайтесь. Всем приветики, омлетики. Я летающий шар. Если опять кушайте, приятного аппетита, и мы решили сегодня записать прятки. Погнали. Васаби Скромник играет сегодня за вонючего аниматроника. Который невидимка может становиться. Который может вставать невидимка, да, и ты прав. Наполовину. Смес как убогий. Так, ну что, давайте делать ставки. Кого он первого найдет, тот... Тот лох. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти и записать. Главное, что? Правильно, желание. А где этот челепиздрик? Он где? Он около туалета. О, привет, King of Fire. Где туалет? Где туалет? Я сейчас все пропущу. А, нет, он бежал куда-то. Я на церкови. За King of Fire гонюсь. Вижу, вижу. А, нет, не вижу. Вот, вижу церковь. Церковь есть. О, я вижу мува. Привет, мув. Не понял. Да, я да, 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 да. Главное, чтобы ты честно заныкался. Вот эта церковь красивая. Да, кстати, ребята, ставьте лайк за карту. Реально, я старался, искал ее. А, минут Арган. 12. Так, смотрите, на удивление здесь очень много помещений, где можно заныкаться. King of Fire, о, King of Fire убили? Да, King of Fire. King of Fire, King of Fire. Не, он не лох. Ну не, ладно, ладно. Все по-честному. Кого первого нашли, тот самый слабый игрок. Значит, легко заныкался. Он вообще не ныкался, он просто бегал. А, ну правильно сделал, что ты его убил. А может... А, он поддался, щенок вонючий. Да, да, поддался. Он просто не знает, где прятаться, и все. А, не нашел фантазию. Кто-то бочку оставил здесь, интересно. Да? Давайте проверим, видно меня или нет. А ты где, бля? А, я тебе не скажу. Я редиску нашел, но не буду говорить, где он. А чё? Не, зачем? Все отлично, меня не видно. Кого-то еще убили, да? Да, Мафа убили. Мафа. Ну, Мафа, это понятно. А его спалили, блин, потому что к нему подлетели с большой пробой, я заметил. Наблюдаем. Стой, стой, балунбой, стой. Остановись, балунбой. Остановился. Балансруй, стой. А где он? Вот он. Два балансруя. Вы что? А, это же два балунбоя. А сейчас вообще... их три. О, уже три? Нифига себе. Мух, хочешь подсказку дам, где я? Я где-то в здании, сейчас скажу, где... Хорош. В двухэтажном здании. Давай. Знаешь, сколько тут знаний? Поддавайся ему. Нет, специально. Да, я сейчас... сейчас скажу. Ну, короче, я нашел. Отлично подкалываешь двухэтажное здание. Тут раз, два, три. Все, балунбой, стой, остановись. Я не понимаю, какому ты... Садись на стул, отдыхай, потому что я играю за стул сегодня. Все, давай, отдыхай. О, отлично, реально залез. Да ладно, я не знал, что так... На, о, отлично. Все, все, не двигайся, не двигайся. Газировка. На, попей. Мы тебя все условием, чтобы ты нас, главное, не нашел и не убил. Вот игрок здесь ныкается, хорошо? А, не, мне показалось. А он повелся, главное что? Хорошо, а вот включить актерское мастерство. Тут, смотри, тут за дверью игрок. Я немного... Внимательно, чекай. Мух, да, тоже бери аниматроника. О, Серега, тут умер. Были гениальные нычки. Ты знаешь где? Где? А я тебе не скажу. Да, а вдруг ты, а вдруг ты переныкаешься? Даю подсказку. Найдите название здания Дарсет. Так, Дарсет. Дарсет, да. Это спавн. Это почти спавни. Ой, я вижу. Меня убили, Дима, так что я сейчас выйду за тобой на охоту. А ты знаешь, где я? Да, вот, все. Нет, не знаю, но найду тебе. Не, ну не надо, пожалуйста, Серега. Я тебе дам. Я тебе дам. Я тебе дам подсрачника. А че вы и нет? Короче, на какие тут блинычки классные? Можно было на дереве заныкаться эпично. Драган! А. Посмотри. Говнострой. А ты как сюда попал? Телепортироваться могу, я же это аниматроник, который умеет телепортироваться. А вопрос тебе, как ты залез туда? А там телепорт был место. А, ну вот. Он был на башне, на самом верху, да? Да, он в церкви был. Так, стул, признавайся, где ты, где твой хозяин? А я что, один остался?
О, даже колокола в честь мою. А, еще куёк. У нас двое, ребята. Ну что? Напишите в комментариях, кого последнего найдут, меня или Куёка? Кто из нас будет лучшим нычкариком в этой серии? Нычкариком. Ну, очкарик это уже я. В туалете, наверное, запрятался. А что ты так решил, что в туалете? Это твое любимое место, на самом деле. Не, у меня не такое любимое место. Я знаю, где Куёка может прятаться, конечно, но в водичке тут прятаться. Так, кстати, знаете где Куёко? Не надо подсказывать. А я знаю, он на крыше на каком-то издании заныкался. Не буду говорить, на каком. Еще одна церковь, интересно. А тут что, две церкви? Да. Ёгаламакалана! Так дернулся? Отвечаю, я очень сильно дернулся. А ты где прятался? Че, Куёка выиграл, получается, подлец? Нет, надо его найти. Не, ну он как бы получается самым лучшим прятальщиком. Ну что, берем, ребята, аниматроника и выдвигаемся с пацанами. А где все бы вон бою взяли. Не, я возьму кого-то побыстрее. Вот кто у нас есть. Психичка. Дима, знаешь, у меня еще вариант какой есть. Так, где Куёка заныкался? В радиус бери, тогда тут. А, мне кажется, у него просто есть этот админка, и он где-то залетел. Нет, я как раз не залетал, нет. Тут Дима. Кнопки есть. Я видел кого-то. О, органы играют. Не, давай возьму аниматроника, который бьет по площади. Не надо, это нечестно будет. Ладно. Давайте, раз нашли нас так, давайте мы его тоже так найдем. Если вот кто-то убьет по площади, это не будет считаться. Короче, давайте подумаем, если бы ты был Куёко, как бы ты запрятался? Я бы залез внутрь там канала и сидел бы там. Но там его нету. Значит, я не Куёко. Тест провален успешно. Дефайр, ты что, молиться пришел? Я уже помолился, пока что искал себе место. А вы где? Представьте, как сработала логика, если я был с ним Куёка, где я заныкался. Где он был, кстати, Дим? Он был за картой, там дома были. Что, вы хотите второй раунд? Да. Ну что, Дар Драгон, ты готов сейчас опозориться? Почему сразу опозориться? Ну ты не найдешь никого сейчас. Согласен. А я летаю за вонючий стул. Никто не найдет меня, потому что я заныкался в самой... лучшей нычки на планете. Ну что, вы ищете меня? Да, ищу. Ищите. Если вам будет тяжело, я дам подсказку вам. А что ты не убиваешь-то? Блин, смотрите, как эпично получается. Я заныкался на самом видном месте, они меня не видят. Вот это круто. Ребята, я настолько на видном месте, вы когда увидите, где я, вы офигеете. Так где ты? Ну, я не буду давать подсказку, потому что вы сразу меня найдете, это будет нечестно. И по радиусу, который аниматроник бьет, тоже брать нельзя. Ищите только честным путем. Сразу говорю, это на улице. No. Здание находится. Я сейчас, кажется, Диму засвоил. Не, ну, я хотите там подсказку? Если прям сложно, дам подсказку. Давай. Я в здании, это раз? В здании. Я в здании, внутри, это 100%, без обмана. Ты не в туалете. Серега подтвердит, что я никогда не вру. Да. Врет он. Мне кажется, 5 минут назад кто-то Дима. Ну что, пацаны, сдаетесь? Нет. Серега, я только бомбу не взрывай, реально хочу, чтобы вы увидели, где я заныкался. Я даже уходить не буду. Меня Мафа убили, и он прибежал и меня замочил. Я так ну, и знал. Подлец этакий. Он специально, блин, взял. Ну конечно, надо было перепрятываться. Я не слился, я к ее. Че ты, Серега, не перепрятался? Так я хотел перепрятаться, он взял и прибежал сразу. Пацаны меня так сильно ищут, это жесть. Короче, Диман где-нибудь в церкви, 100%. Нет, его там. Да есть, я просто хреново ищешь. Вы плохо ищете, ребята. Я же угадал? Я понял, где он. Где? То аниматроник, либо у меня. Я слышу, кто-то падает. Кто падает? Это я падаю. Yeah. Hello. Говорю подсказку, Дим. Не дам. Hello. Есть на то причина, почему я не дам подсказку. Кто летает? Кто летает? Ну это же нечестно, вы летаете. Мы не летаем, мы телепортируемся. А-а-а. Телепорта, походу, может, ты видишь. Я не видел. Он падает где-то с неба. Я все двери ломаю, может быть, хоть... Ну да, может, все-таки найдете меня. Шанс-то есть всегда, правильно. На видном месте. Где ты на видном месте? А где? Вот где у нас видное место? Вот, Серега, ну. Да блин, ну нашел, я же заговорился. Блин, это было эпично. И колокола в честь того, что меня поймали. Прикольно.
Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Серега, поджигай!